снова вязкая, такая тягучая, что ли, да? Можно подобрать такие эпитеты. Борьба, бросок, и куда же попадает шайба? Неужели в штангу? Плохо было видно, да, с этой камеры, куда же угодила шайба. Бросок, еще один, и 1-0 становится счет. Прошивает голкипера, по-моему, в домик. И не было на площадке, посмотрим, кто же это сделал. Костям. Ну, а в целом, да, без ошибок в защите, но в нападении нужно немного прибавлять, да, хотим все-таки больше шайб увидеть, и все-таки, да, вот под мои слова, оказывается, шайба в воротах, был классный прострел на пятак, нравится, она клюнул за спину, посмотрим, кто же все-таки был там расторопнее, до него шайба не доходит, снова Липский, Матюшенко издали, Липский, Натальный, классная передача от Липского и забрасывает Борозна. Ну что ж, преимуществом хозяева. Зрячая передача на Натальный. Атаковать. Закругление прилетает шайба. Кто первый окажется, Зубр все-таки забирает все владение. 2-1 выход. И ой-ой-ой-ой-ой, вот это да! Тут браво, просто поцелуйка. Выдал невероятно. Перехитрил 50-го номера гостей. Дмитрий, посмотрите, как здорово.